Если ты типа внук там или вот там, да, известных родителей, то к тебе какое-то особенное отношение. И что типа тебе все можно, них я вообще. Меня воспитывали жестко. То есть у меня были моменты, что меня запирали в комнате на год. Я год сидел в комнате. У тебя есть какое-то недовольство насчет моей фамилии, хотя тебя это волнует? Не знаю, нет, наверное. Условный Джек Николсон с Джорджем Клуни обсуждали, какой мудак Даррен Аронофски. Вы можете себе такое представить? Это нонсенс. Такого не может быть. Это отвратительно. Творчество — это легкость. По идее, мы же не кирпичи грузим там, да? Это все праздник. Вот Марлон Брандо как? Мы же его любим? Ему вообще, извините, ну на все. Он не приходил туда, не знал текст. Он просто кайфовал. Брал призы, женился на гаитянках, таитянках. Это мы можем с вами его осуждать, не осуждать. Но он диктовал жизни свои условия. Он был прав в этом смысле. И артист. Нет, артистом всю жизнь люди становятся. Артист — это путь в гору, у которой нет вершины. Я это прочитал, это красиво. Но я в это верю. Хороший фильм, отлично. Спасибо всем заново. Хороший спектакль, Спасибо всем заново. Иногда я могу сказать, чтобы родители гордились. Мне это важно. Ну, чтобы они просто улыбались. И для меня это очень много дает. Если они улыбаются, рады, то все. Я считаю то, что круто. Вот сейчас я выпустил работу «Утиная охота» с Марчелли, с режиссером. Мне вообще пофиг, что они подумают. Кто? Мне это не важно. Знаешь почему? Потому что там праздник большой. Я знаю, что я делаю. Как будто можешь во время действия на сцене на себя со стороны посмотреть. Кино — это чуть-чуть другой мир, конечно. У меня опыт не такой большой, но у меня есть четкие, то есть какие-то правила. Пойдете в кино, чтобы посмотреть на меня, а я там типа, как на меня? Нет. Это не про меня. Меня это должно точно волновать. Вот развлекалово, оно мне вот тут вот сидит. Вот развлекалово. Я мог бы много где сниматься же. И там быть, и там, и там. Мне как бы это не нужно. Не в этом задача для меня. Вопрос хороший. А для чего все тогда? Ваня, а с чем в гроб ляжешь? С тем, что здесь осталось, и вот тут. Все. Не сказать, что вот я актер, и все. И ты актер, и как бы и крест. Ты не можешь просто выйти. Я режиссер, там как Ленин на броневике, да? Я режиссер, давайте за мной. Как Финчер снимал, то есть вот первые свои работы, ты типа, блин, как же так? Чего вообще? Надо пробовать, мне кажется. Ну не, ну, такое бывает. Ну ты знаешь, это так все тоже. У меня мало друзей, то есть очень. Их можно там, да, реально. Вот друзей, чтобы очень мало. Ну вот я думаю, что две руки и все. Да и то меньше. Меня редко увидишь там где-то. Веселящимся, там, пляшущим. Очень редко. Кто герой? А я ответил все. Телефон. Вот этот телефон — герой сейчас. Ты в нем 24 на 7. Ну так-то я, конечно, взрослый. Нет, но относясь к профессии, к тому, чем я занимаюсь, конечно, я, ну, такой ребенок. Я не знаю. Просто сохранять. Правда, я какие-то вещи не могу объяснить словами, как это сделать. Я просто знаю, что надо так делать. Я так и делаю. Вот такое бывает. Тебя тошнит от самого себя, от своих проявлений, от того, как ты, чем ты живешь, что ты делаешь. Вздохни, почитай, подумай, посмотри фильмы, попутешествуй, наполнись, а потом отдай. Кто мы, зачем, что мы, кто нас создал, для чего это все. Хотя это какая-то ерунда. Не, ну, мне интересно, барнатронтян, правда. Глупо думать. Ну да, глупо. А может, не глупо? Может, и не глупо. Хотя, откуда он знает? Ну да, откуда он знает? Может, есть. Ну да, может, есть. Что после смерти? Что будет? Для чего все это нужно? Бога бы я спросил, где все они, кто у вас сидят сейчас? Где они все? Они здесь? Вот они все. О ком я думаю, что они должны быть у вас? Они у вас здесь? Где они? Покажите мне. Вот это было бы интересно, что он мне сказал. Скорее всего, был бы разговор о том, заслужил ли ты или нет их увидеть. Ваня, ну вот да, зачем ты там это сказал? Или ты мог про это сказать тогда, а ты сказал не то. Я такой, ну да, ты прав. Да что за бред? Такой бред вообще, не. Ну вот ты знаешь, это классно, что обманчиво, наверное. У меня так это все реально не... Девочки вообще, о чем речь?
Вот вы женщина прекрасная. Там тоже мы сегодня познакомились вообще, да? Прекрасная женщина. Все. Не-не, я не про это вообще, не. Ну, не то, что я однолюб там. Ну да, однолюб скорее про меня. Больше ко мне подходит, чем я. Хотя нет, понимаешь, это все так условно тоже. Однолюб, не однолюб. Дедушки моего спрашивали, скажите, а вы как вот играете любовь? Это же так сложно. Он говорил, а как? Партнерша хоть нравится должна чуть-чуть. Нравится, и все, и нравится. Дети классно же. Круто, дети. У меня всегда была мечта найти режиссера, вот моего. В театре он есть, его нет в кино. Ой, я тебя буду снимать, а ты меня. Давай.